За что задержан сегодня? То, что человека бил, сбил, телефон отобрал, все. Газовым баллончиком брызгал? Да. Что забрал? Телефон. Больше ничего. Почему указанию ты это делал? Кто тебе... Просто деньги надо было. Кто тебе и сколько денег предложил за это нападение? $100. Кто? Кто? Этих цыган. Полностью как его зовут? Не знаю. Он успел тебе передать $100? Нет. То есть за организацию разбойного нападения с применением газового баллончика за $100 он предложил тебе избить человека, который работает в соседнем доме. И забрать у него при этом что? Документы. Документы, да?